Я вас всех приветствую, приветствую Лужники, приветствую индустрию МЛМ. Индустрии, которой я посвятил уже почти 30 лет. И вы знаете, к чему я пришел? Я пришел к тому, что мы занимаемся прекрасным делом, которому я отдал свою жизнь без остатка. И я считаю своим долгом, и то, что я пытаюсь донести до каждого, и хочу сейчас, чтобы эта атмосфера, именно такая атмосфера стояла в этом зале, вообще в нашей стране и во всем мире, поднять статус нашей индустрии. Поднять статус настолько, чтобы имя сетевик звучало настолько гордо, чтобы просто сетевикам завидовали. Я всегда с гордостью говорю, я сетевик. И поэтому отдельная благодарность Ламаре, Игорю, Жабиным. Отдельная благодарность. Потому что то, что делают они, это очень хорошее и правильное дело. Они нас объединяют в одну общую команду. И этой команде каждый из нас должен соответствовать. Мы должны соответствовать званию сетевика. Я вчера сидел, думаю, подготовил целый спич, думаю, проведу тренинг, промотивирую. А потом, знаете, я свой спич отставил, бросил в сторону. Думаю, вот сейчас вы, сетевики, вообще продвинутые люди, самые образованные, посещают больше всех тренингов, читают больше всех книг. Я не преувеличиваю. И вот вас заучивать сейчас какими-то тренингами, да в принципе у меня нет времени сейчас столько, чтобы углубиться в какой-то серьезный тренинг. Я взял, достал листочек и думаю, я накидал несколько слов, которые я хочу донести от себя. Просто какие-то принципы или техники, которые лично меня привели к успеху. Мы их обкатали, они привели к успеху сотни, тысячи, даже десятки тысяч человек. У каждого есть свои принципы. Я хочу сказать о своих, и я хочу говорить просто от души. То, что привилось, прижилось во мне, то, что помогает мне, то, чем руководствуюсь лично я. Я думаю, это вам будет интересно. Вы знаете, сегодняшний день – это потрясающий день. Здесь будут выступать спикеры, которых я очень люблю и уважаю. Я смотрю их выступления, смотрю их видеозаписи в Ютубе, читаю их посты. Каждый из этих людей имеет опыт, практику, достиг и достоин стоять на этой сцене. Вообще, кто выходит на эту сцену, сегодня выйдет. Это люди, которые это заслужили, к которым стоит прислушаться. С ними нужно общаться, на них нужно равняться и слушать. Но вы знаете, вы получите очень много знаний за сегодня. Можно я буду говорить просто вот откровенно, так как есть, несмотря на видеокамеры? Вы все это уже знаете. Вы все это видели, вы читали, вы смотрели, вы это все прошли, вы знаете. Само по себе знание вас не сделает богатым, не приведет вас к успеху. Вы так знаете. Знание к успеху не приведет. К успеху приведет опыт. Я сейчас постараюсь отследить такую цепочку, выстроить. Знаете, зри в корень. Козьма Прудков. Знания вас не сделают богатыми, сделает богатым вас опыт. Но опыт ты не получишь, сидя в этом зале, прочитав кучу книг. Ты не получишь опыт, пройдя сотню семинаров и выслушивая прекрасных спикеров, практиков, миллионеров. Опыт нужно получить, можно получить только если ты действуешь. То есть все-таки действие. Действия, которые дают тебе практический опыт ошибок. Помните Пушкин? Опыт сын ошибок трудных. Но вот если дальше прослеживать цепочку, чтобы получить опыт, чтобы сделать это действие, нужно что сделать? Нужно принять решение. Нужно уметь принимать решения. Решение – это ответственность. Чем больше ответственности, тем больше денег. И люди боятся принимать решения. Все успешные люди принимают гораздо больше решений, чем все остальные. Но вот чтобы принять решение, нужна смелость. Я не видел богатых трусов. Я не видел ни одного богатого труса. Ну так представьте, Представьте богатого человека трусом, успешного человека трусом. Смотрите, знания. Нужен опыт. Чтобы получить опыт, нужно действие. Чтобы действие, нужно уметь принимать решения. Чтобы уметь принимать решения, нужно быть смелым. Нужна смелость. Все дело в твоем страхе. Если ты трус, ты не сможешь сделать шаг. Ты не сможешь сделать какую-то попытку. Ты не сможешь приобрести опыт. Вот и все. Не хочу никого обижать, но я говорю так. Если ты сейчас мало зарабатываешь, ты трус. Не обижайся, если ты сейчас мало зарабатываешь. У тебя есть шанс все исправить. Бороться со своим страхом. Но зарабатывают мало только трусы. Давайте по пунктам я сейчас проговорю то, чем пользуюсь я. Первое, нужно уметь принимать решения. Любое твое решение, даже если оно неправильное, в 1000 раз лучше нерешительности вообще. Принимай решение, делай шаг. Успешные люди принимают много решений. И обратите внимание, каждое решение – это твоя попытка. Каждая попытка имеет вероятность успеха. Большое количество попыток неизбежно приведет к успеху. Неизбежно приведет к результату. Самое главное, чтобы ты это решение принимал. Потому что у тебя всего лишь 2 выбора. Либо ты принимаешь решение, либо за тебя кто-то будет принимать решение. Когда тебе идти в отпуск, сколько тебе по ведомости ты получать денег, когда тебе работать, сколько тебе работать, все за тебя будут принимать решения. 2 варианта. Либо ты, либо за тебя. Но чтобы принять решение, нужна смелость, потому что это очень мучительно, это страшно. Тебе нужно научиться управлять своим страхом. Мне тоже страшно. Мне даже на эту сцену выходить страшно. Но если ты поймешь, что такое страх, страх — это просто химическая реакция. Если тебе страшно, значит, ты на верном пути. Относитесь к этому так. Знаете, страх как змеиный яд. В больших количествах он убивает, в малых количествах он спасает жизнь. Он способствует развитию организма. И если ты делаешь что-то, тебе страшно, используй это как индикатор, что ты на правильном пути. Потому что когда тебе страшно? Когда ты делаешь то, что никогда не делал. Когда ты не знаком. Если тебе не страшно, значит, ты в зоне комфорта. Если тебе не страшно, значит, ты делаешь то, что ты всегда делал. Это ты умеешь делать. Ты не растешь. Если тебе не страшно, ты будешь делать то, что делал всегда. А если ты будешь делать то, что делал всегда, то и получать ты будешь то, что получал всегда. Поэтому страх – это твой индикатор роста. Научись управлять этим страхом. И если тебе страшно, как раз сюда и иди. Только это приведет тебя к росту. Только это приведет тебя к успеху и богатству. Тогда, когда ты делаешь то, что раньше не делал. То бишь, ты выходишь из зоны комфорта. Ты выходишь из зоны комфорта. Ты расширяешь свою зону комфорта. Расширяя свою зону комфорта, ты действительно растешь. Ты делаешь новые шаги, которые приведут тебя к новым результатам. Но на пути того, когда ты борешься со страхом, принимаешь решения, выходишь из зоны комфорта, на пути твоего роста тебя ожидает ловушка. Ловушка, знаете, в чем состоит? Откладывать что-то на потом. Успех не знает слова «потом». Успех не знает слова «потом». Делать нужно сейчас. Делать нужно сразу, независимо от того, какой сегодня день недели, независимо от того, что сегодня выходной или праздник, независимо от того, какая футбольная команда играет сегодня по телевизору. Жизнь короткая, как щелчок. Вот так. И ты подумай, сколько ты сейчас прожил, сколько ты уже поработал. Кто-то из вас уже достиг своей мечты, кто-то что-то сделал. Но, как правило, активные люди, они всегда имеют свою цель, свою мечту. И далеко не все в этом зале реализовали свою мечту, свое желание. Согласны? Жизнь коротка настолько, что каждый момент нужно ценить. Время — это ценность. Не трать его на то, чтобы сидеть, думать, раздумывать, время истекает. Твое время истекает. Жить нужно сейчас. Действовать нужно сейчас. Получать результат нужно сейчас. И наслаждаться жизнью нужно сейчас. И наслаждаться каждым моментом. Живи и получай от жизни удовольствие. Но для этого тебе некогда думать или откладывать. Не попадай в эту ловушку. Ловушка откладывает на потом, приводит к бегу на месте. А бег на месте – это просто трата времени и сил, прожигание времени, бесценного времени. Очень важный момент, который я хотел проговорить. Все сетевые компании, все сетевики с этим встречаются. Есть одно такое слово – концентрация. Есть на планете буквально несколько человек, 2-3 человека, которым принадлежит 70% всех денег на Земле. И когда один журналист к ним подошел и задал вопрос, в чем секрет вашего успеха, они одновременно, практически одновременно повернулись к ним и сказали: концентрация. Я чаще встречаю сетевиков, которые работают в 2 компаниях. Я уже не говорю там о 3. Понятно, о чем говорю, да? Кто-то себя узнает. Давайте я буду говорить правду. Неудачники. Те из вас, кто работает в 2 сетевых компаниях, неудачники. Я хочу сказать свое отношение, думаю, вы этим тоже воспользуетесь. Когда я узнаю, что у меня человек в моей сети работает в 2 компаниях, или еще... Я про пирамиды вообще не говорю. Я говорю только про сетевые компании. Если я знаю, что человек работает в 2 компаниях параллельно, я его первое предупреждаю. Если он не сделал вывод, я избавляюсь от него. Смело и решительно. Знаете почему? Потому что это лишай на теле любой сетевой компании. Ну, это все равно, что сидеть на 2 стульях, гнаться за 2 зайцами. Попробуйте 2 книги читать одновременно. Расфокусировано внимание, рассеивается энергия. Помимо того, что это сам неудачник, это голодранец всегда. Я не видел человека, который зарабатывает серьезных денег, работая параллельно в 2 проектах. Голодранец. Помимо этого, он показывает пример всей своей структуре и рождает таких же голодранцев. Получается, ни он не зарабатывает денег, ни его люди не зарабатывают денег. Они не могут сконцентрироваться на одной цели, на одном продукте, на одной карьере. Идет размывание. И рождается толпа неудачников. Это вредит имиджу его компании. Это портит в целом имидж всей нашей индустрии. Поэтому, если ты хочешь действительно достичь успеха, сконцентрируйся на одной компании, будь предан одному делу и сфокусируй своим примером всю свою команду на это. Не будь сетевым колобком. Не рождай структуру голодранцев, не порти наш имидж. Потому что твоя задача, как лидера сетевой компании, не просто самому заработать денег, а сделать так, чтобы твои люди заработали денег. Тогда у тебя будет все хорошо. Еще один такой момент, который очень важен. Люди не всегда правильно это понимают. Я вижу, у меня в социальных сетях есть отзывы, а вот как я могу тратить деньги, если у меня их нет? С головой. Тратить деньги нужно правильно. Позволяй себе изредка или иногда, позволяй себе сделать то, что непривычно твоему образу жизни. Приобрести или автомобиль, съездить в какое-то хорошее путешествие, посетить хороший ресторан, съездить в хороший отель, прокатиться на частном самолете. Не значит, что ты должен все отдать и сидеть, но позволь себе. И когда ты приобретаешь какую-то хорошую вещь, фиксируй это состояние. Вы знаете, это самый лучший тренинг. Фиксируй состояние радости и успеха, который ты получаешь именно в этот момент. Это не хвастовство. Если вы хотите, это правило бизнеса или закон успеха. Это закон притяжения. К тебе притягивается успех на невербальном уровне. Потому что всегда нравятся люди, которые успешные, веселые, позитивные. Но это следующее. Позитивный настрой. Тебе всегда нужно быть в позитиве. Никто не пойдет за лидером, у которого плохое настроение. Всегда улыбайся. И что бы ни произошло, все переведи в позитив. Абсолютно все. Что такое успех, что такое удача? Это самое последнее звено в цепи неудач. Если бы не было этих неудач, чему бы мы с вами научились? И я по себе заметил, чем больше проблем на тебя наваливается сразу со всех сторон, тем больше результат ты получаешь. Чем больше на тебя навалилось, чем больше ты загружен по уши в делах, тем больше ты работаешь. Самое главное, чем больше ты работаешь, чем больше у тебя энергии. Почему? Да потому что ты получаешь большего результата. И чем ниже ты провалишься, тем сильнее у тебя возможность есть оттолкнуться, чтобы подняться наверх. Из всего можно извлечь позитивный урок. Из всего. Если у тебя сейчас какая-то проблема, если у тебя сейчас какая-то яма, радуйся. Потому что у кого ее нет, вы там будете. А кто сейчас там, самое главное не останавливаться. Всегда делай еще один шаг, всегда делай, принимай решение. Всегда принимай следующее решение, делай шаг. Ты всегда оттуда выкарабкаешься. Это тот самый гималайский шаг, который позволяет подняться на любую вершину. Позитивное мышление. Фиксируй состояние успеха. Иди с этим состоянием успеха. Следующий мой канон. Всегда общайся с успешными людьми. Общайся с теми людьми, которые больше тебя зарабатывают, которые выше тебя по социальной лестнице, которые чего-то достигли. Общайся. Общайся с теми людьми, которые сегодня будут выходить на эту сцену, потому что это успешные люди. Не просто так он сюда попал. У него есть заслуги, у него есть признание, у него есть опыт, у него есть успех. Огради себя от неудачников. Твое окружение влияет на твое мировосприятие, на твое отношение к жизни. Все твое окружение. Огради себя от неудачников, общайся с успешными людьми, только у них ты будешь учиться. Очень просто. Когда ты постоянно общаешься с успешными людьми, ты обращаешь внимание на то, как они работают, как они ведут переговоры, как они жестикулируют, как они заключают сделки. Когда ты оказываешься без них в какой-то подобной ситуации, волей-неволей, ты повторяешь то же самое. Мы похожи друг на друга, особенно когда долго общаемся. Но если ты начинаешь поступать как успешный человек, в кого ты превращаешься? В успешного человека. Общайся с успешными людьми. Для меня лично это очень важно. Я думаю, все это понимают. Очень жаль, что не все это делают. Всегда держи слово. Вы знаете, лидер у меня сразу пропадает, как человек, если он не сдержал слово. А ты сетевик, за тобой сеть, за твою команда. Если ты сказал и не сдержал слово, ты думаешь, ты создашь структуру, команду, сеть? Никогда. И тут только за уверенным человеком, и тут за человеком, который может держать слово. Если ты не уверен, сдержишь ты свое обещание или нет, то лучше не открывай рот, лучше молчи. Но если ты что-то пообещаешь, пусть это будет маленькое, пусть это будет мелочь, это нужно обязательно сделать. Всегда держи слово. Тогда за тобой пойдут люди. Лидер, который не сдержал слова, тут же теряет авторитет, у него не будет ни команды, соответственно, не будет денег, он не построит никакую сеть. Слово нужно держать. Самое главное – это наша с вами миссия. Речь идет о рекрутировании. Ты можешь нарекрутировать сколько угодно людей, но ты их точно так же потеряешь, если ты не будешь здесь держать самое главное. Самое главное в твоей душе. Наша с вами миссия – это наш продукт, это наша индустрия, которая дает возможность людям кормить свои семьи и зарабатывать деньги. Наша миссия – помогать людям. Вы нарекрутируете много людей, но это не значит, что их привести и бросить. Наша с вами задача – сделать так, чтобы они стали успешными. Это мой главный секрет успеха. Я делаю все, чтобы мои люди стали успешными, чтобы они заработали денег. Для меня это больше удовлетворение, чем от своих собственных успехов. Когда твои люди зарабатывают деньги, тогда у тебя и совесть чиста, и душа чиста, и ты знаешь, что ты свою миссию выполнил. Когда ты будешь с таким подходом работать в сети и делать так, чтобы твоим людям было комфортно, чтобы они зарабатывали. Наш продукт – это миссия. Добрая миссия – помочь людям. Наш бизнес, который позволяет людям заработать денег и кормить свою семью, это тоже миссия. Миссия помогать людям. Так вот, самое главное, вот здесь и вот здесь. Храни вот эту мысль и вот эту главную идею. Наша миссия МЛМ-индустрии – помогать людям. Я вам желаю счастья, благополучия, достижения ваших целей. Жизнь прекрасна. С вами был Роман Василенко.